Привет, друзья! Сегодня я подготовила для вас узор. Это ажурные жгутики такие красивые. Вяжутся несложно. Выглядят очень красиво. Мне очень нравится. Так интересно выглядит этот узор. Смотрите, в рапорте узора 11 петель и 10 рядов вверх. Для образца я набрала количество петель кратное 11 и плюс 3 петли для симметрии в конце ряда и 2 кромочные петли. И давайте приступим к вязанию узора. Кромочная петля снимается. Мы провязываем 3 изнаночные петли, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые петли. Это я провязала раппорт узора, дальше он у меня повторяется до конца ряда. Смотрите, в конце после узоров, после раппортов петли для симметрии, 3 петли мы провязываем изнаночными. Это в каждом лицевом ряду, и кромочная петля провязывается изнаночной. Дальше переворачиваем вязание на второй ряд. Кромочная петля снимается, и второй ряд, как и все четные ряды, вяжутся по рисунку. То есть над лицевыми петлями лицевые, над изнаночными изнаночные. Накиды провязываются изнаночными. Теперь третий ряд, кромочная снимается, провязываем 3 изнаночные петли. 3 лицевые, делаем накид, провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые. Это я провязала раппорт узора, дальше он у меня повторяется. Пятый ряд раппорта узора, кромочная снимается, провязываем 3 изнаночные петли, 4 лицевые, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Это я провязала раппорт узора, дальше он у меня повторяется. Теперь седьмой ряд раппорта узора, кромочная снимается, провязываем 3 изнаночные петли, 5 лицевых, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и лицевая петля. Это раппорт узора, дальше он у меня повторяется. Теперь девятый ряд раппорта узора, кромочная петля снимается, провязываем 3 изнаночные петли. 3 петли оставляем за работой, 3 провязываем лицевыми, возвращаем снятые петли, их провязываем лицевыми. Делаем накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это у меня раппорт узора, дальше он повторяется. Десятый ряд я провязала по рисунку, а начиная с 11 ряда узор повторяется с первого ряда. В итоге получите очень красивый узор жгуты. Интересный ажур получается, очень красиво переплетения идут. Всем спасибо за внимание, друзья. Смотрите видео и подписывайтесь на канал. Всем пока!